Друзья, на днях в украинском издательстве «Страна» вышла очень интересная статья, и я даже назвал бы ее лайфхаком для тех людей, которые находятся сейчас в Украине, для мужчин, которые хотели бы спасти свои жизни и не погибать. Слушайте внимательно, и, может быть, кому-то эта информация будет полезна. Украинские водители-дальнобойщики выезжают за границу и бросают свои фуры вместе с грузом, чтобы сбежать в Евросоюз. Сообщает издание «Страна» на свои источники. Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, отключают телефон и уезжают. Но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовка. Чаще грузовики бросают после того, как разгружаются, ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уходят, рассказал представитель транспортной компании. Более того, украинские мужчины специально открывают себе категории для управления грузовиками, чтобы устроиться работать в транспортную компанию и таким образом сбежать за границу. Так что, ребят, для всех, для вас, кто находится в Украине и кто действительно не хочет что-то делать со своим здоровьем, с собой, сохранить себе жизнь, вот для вас отличный и правильный, ну, с точки зрения морали, этики и законов лайфхак. Потому что, конечно, все больше и больше случаев сейчас, к сожалению, летальных, когда люди пытаются реку переплыть. Там какая-то река есть, то ли Нарва, то ли как-то называется. Было 23 человека, а сейчас уже почти что 30 человек. В общей сложности, ну, не доплывают они каким-то образом или их там задерживают. В общем, ситуация такая, что люди не могут таким образом пересечь границу. А вот это у вас будет более-менее легальная возможность выехать и уже начинать новую хорошую жизнь. Друзья, подписывайтесь на мой канал Spotify, берегите себя и до новых встреч.